По поводу учебы, я приехал сюда учиться в Шанхайскую театральную академию. И почему я также выбрал именно Шанхай и учебу в Шанхае? Потому что Шанхай вообще считается театральной столицей Китая. Мне тоже нравится в Шанхайской театральной академии. И тем более шанхайское правительство предоставило очень хорошие условия для учебы, предоставило стипендию, и можно, во-первых, наслаждаться жизнью в городе, который тебе нравится, а во-вторых, учиться здесь. Usually I recommend this book to my students. And this book is about very easy topics. В Шанхае, несмотря на высокую конкуренцию, очень реально найти работу и ту работу, которая тебе нравится. Не просто заниматься какими-то разовыми вещами, а именно действительно развиваться в том направлении, которое тебе хочется. Будь это, например, какие-то подработки или работа полноценная, например, в плане преподавания. Мне хотелось больше заниматься именно съемками, монтажом, режиссурой, написанием сценариев, работой с другими студентами вместе. Впоследствии у меня было несколько коротких фильмов, и один из, мне кажется, самых интересных фильмов, который я начинал делать, это именно документальный фильм о барменах, но при этом безумно интересная. Поэтому мне хотелось рассказать эти истории, и, честно говоря, я до сих пор работаю над монтажом этого фильма, потому что очень много материала было снято. По мере работы я понял, что каждая ступень съемки фильма очень важна. Шанхай – это один из центров, где можно научиться работать в коктейль-баре. Благодаря работе в баре я научился, мне кажется, слушать людей. Конечно, если ты участвуешь в соревнованиях, участие в соревнованиях не значит, что ты плохой или хороший бармен. Конечно, проще, когда ты выиграл какие-то соревнования, тебя узнают, но это не залог того, что ты станешь великим и то, что ты супер-бармен лучше других. И я всегда советую всем, кто хочет посетить Китай, посетить Шанхай, ну потому что я здесь.